Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, канал МТГ Сибирь. Сегодня мы с вами будем играть Рагдос Агро колоды. Колода на достаточно агрессивная, немножечко на сакрифайсе. Точнее, очень даже на сакрифайсе. С достаточным количеством ремувала. Давайте смотреть. Две копии Ашнот, механик плоти, за одну ману 1-1 со смертельным касанием. Каждый раз, когда она атакует, мы можем пожертвовать другое существо. Если мы это делаем, мы создаем фишку Камня Силы. За 5 маны мы изгоняем карту существа из нашего кладбища и создаем фишку 3-3 артефактного зомби. Далее, три копии призывника культа, за одну ману 2-1, когда он выходит на поле боя, то он выходит затапанным, за 2 маны мы можем его вернуть, если в этом ходу под нашим контролем погибло существо, не скелет. Три копии, точнее, вернусь с кладбища, да, что-то я слишком быстро. Три копии сразить клинком, это наш ремувальчик. Три копии преображенного бритва хлыста за 2 маны 3-1, не может блокировать, за 6 ман умеет возвращаться с грейва в игру с жетоном. Если же оппонент контролирует 4 или более небазовых земель, то возвращается за 2 маны вместо 6. Три копии Джадара для повреждения токенов под сакрифайс. Три копии упорного аутсайдера, очень хорошая агровая карточка, которая играется как с грейва, так и не с грейва. Кстати, Джадар очень хорош еще и против Лилианы, допустим, которая говорит нам пожертвуйте существо, да и вообще против любой карточки, которая нам говорит пожертвуйте существо, потому что зомбарика терять не страшно, все равно у нас каждый ход новый появляется. Две копии хватки преисподней, одна копия целится в горло, это все наши ремувалы. Затем две копии роковой вражды за 2 маны. В качестве дополнительной стоимости жертвуем неземельный перманент. И оппонент должен пожертвовать такой же перманент. И мы дровим карту после этого. 4 собирателя кровавой подати. И ремувал, и такой вот кровь, да, у него есть. 3 копии Брейса, восставшего кошмара, за 3 маны 3-3. В начале нашего заключительного шага мы можем пожертвовать артефакт, существо, чары, землю или планцвокер. Если мы это делаем, каждый оппонент может пожертвовать перманент, у которого есть такой же тип. Если он этого не делает, то он лузает 2 хита, а мы дроваем карточку. 3 копии Лилечки, 3 копии Обниксельса противника, за 3 маны 3 лояльность, у него есть потери X, то есть мы можем пожертвовать существо, и войдет его дупликат с жетонами лояльности X, где X это сила пожертвованного существа. За плюс 1 каждый оппонент теряет 2 жизни, если не сбросит карту. Но если у нас есть под контролем дьявол какой-нибудь, или демон, мы гиним 2 хита. За минус 2 мы создаем такого вот дьявола 1-1, который, когда умирает, носит одно повреждение в любую цель. За минус 7 целевой игрок берет 7 карт, теряет 7 жизней. И 3 копии фериксианского пожертвования плоти. Он за 3 маны 3-3 с угрозой цепью жизни с оберегом. И либо за 7 маны 7-5 с угрозой цепью жизни с оберегом. Где оберег, это его... Оппонент должен заплатить количество жизни, равное его силе. Вот, и так как у нас есть Брейс, то в принципе мы когда-нибудь можем даже его сыграть достаточно быстро за свой полный кост. Вот такая вот, друзья, колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Давайте попробуем подтестить эту колоду в режиме рейтингового, конечно же, стандарта. Вот. Друзья, у меня на канале будут постоянно выходить обзоры, но не совсем тех колод, которые вы меня заказываете, потому что мне не хватает на них джокеров. Если же вы мне поможете и задонатите по ссылочке в описании, то бустера и джокеры у меня появятся намного быстрее, я смогу создавать для вас колоды намного быстрее, по заявкам причем. Потому что, вот, допустим, сейчас... Так, что такое? Неужели игруля зависла? На секунду. Окей, вроде зависла. Смотрим, что поменялось. Ну, в смысле, может быть, у нас первый ход. Не очень мне нравится стартовая рука. Абсолютно вообще не нравится. Точнее, ну, давайте попробуем. Целиться в горло, в принципе, есть. Но она мне не нравится. Ага. Ага, о, монородик. Монорода тяжко, конечно, но не критично. Ходи. Не тяжко, но не критично, с такой рукой.
Чё там он? Я тебя убью. Типа там Патакен пришел, да, на замену? Окей. Давайте поставим такого. Он с лайфлинком, все как надо. С автоплаты, да. Синтезатор экспериментальный. Что-то оппонент мудрит. Что там? А, еще один такой, окей. Ну давай, оппонент. Скачок напряжения на пол за 3 хита, пожалуйста. Заплатил. Окей. Две карты на одну разменяли. Смотрите, он ничего не может сыграть из того, что поизгонял себе. Мне это нравится. Игра с огнем у нас, да. Без Б. Это все сейчас должно, по идее, удалиться. Да. Так. Давайте. Никселис с такеном. И ход. Я бы Сакинза на самом деле попридержал. Я не думаю, что он сейчас прямо так ему супер критичен. Пас. Давайте сразить клинком сюда. С автоплаты. Бам. И ставим блок. Дэмэдж тебя. Летейщик, окей. И еще один летейщик, хорошо. Сакензан. Давайте брейдс. Давайте плюс один. Хади. Поузай гору. Окей. Батарейка. Интересно, будет он жертвовать батарейку или нет? Не стал. А, нет, стал. Зачем его тогда было одевать, непонятно. Ну, который в нас идет, мы его поблокаем, конечно. А что толку? Да. Нам не жалко абсолютно. Давай так. Давай Сакензан. Сделаем себе два токена. Атака на 5. Давай Брейца пожертвуем. Кричу. О, летейщик ушел. Отлично. Такое вот, хорошо. Будет атака, не будет? Не будет. Давайте тогда... Роковая вражда? Или нет? Отмена. Давайте далее. Нет атак. Конец хода. Давайте пожертвуем гору. Вот, две земли у него осталось. Конец хода.
Кумано нам дамаг делает, да. Пас. Ничего не происходит, давайте Такинуму заюзаем. Так, вернем себе Обниксилис. Ашнот. Давайте Обниксилис. С автооплаты. Пожертвуем. Давайте сделаем Такена. Давайте плюсанем. Давайте нет атак. Давайте пожертвуем. Триггер. Е-бэйби. Этот умер. Убил Такена. Ходи. Вожак. Окей. Ничего не понял, но очень интересно. Окей. Земля. Давайте. Плюс. Давайте плюс. Давайте Ашнот. Давайте. Далее. Нет атак. Конец хода. Пожертвуем землю. Либо пожертвуешь землю, либо умрешь. Все, одна земля у него осталась. А я мог, кстати, Пенсвокера пожертвовать. Что-то я тупанул. Ну ладно. Давайте сюда. Давайте сюда. Ну да. Вот все равно все предрешено. Окей. Первая каточка против Монореда. Вот такой вот оказалось. Нормально. Нормально. Давайте следующую. Ну и, друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и оставлять ваши комментарии. Что еще могу сказать? Не забывайте про колокольчик, нажимать да, колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Новые видео будут выходить у меня регулярно, тем более, что сет очень интересный. Мне, конечно, не хватает для всех моих абсолютно задумок очень многих карт, потому что идей очень много. Я их там все потихонечку на листик записываю. Вот. Что ж такое, а? Арена сегодня. Может, сервер что-то? Блин, сейчас, ладно, прервемся. Перезагрузим игру. Итак, вроде перезагрузил. Ну, посмотрим. Надеюсь, что будет работать. Че, погнали? Погнали тестить вторую каточку. Блин, что-то дека мне прямо сильно нравится, она какая-то такая интересная. И, что самое главное, она многоопциональная. То есть у нее есть разные стратегии игры. Это не просто там, допустим, солдаты, да, которые ты вываливаешь, кучу крич и поришь вот так вот. Нет, тут прямо вот есть определенные стратегии. Что мне очень, кстати, сильно и нравится. Что, попробуем? Вот лучше бы это было болото, честно. Вкусный, да. Конец хода. Это, кстати, классный, мне он нравится сильно. Угу. Ух ты какой. Да. О, земля. Блин, не хочу еще две жизни платить.
Давайте Джадара поставим. Будем через Джадара играть. Ты даже если его сейчас убьют, пускай убивают. Мы ставим об Никсилиса. И фиксим. Круто. Ну да, на 4. Нет блоков. Давайте об Никсилис. Жертвуем зомбарика. Сейчас главное выжить немножко. Сейчас мы два хита погеним. Отцу это Кен. Нам если лучше, конечно, если оригинал убьют. Чтобы мы могли еще один оригинал с копией поставить. Скинь карту, либо заплатить два хита. Я думаю, что он заплатит два хита, потому что ему это не критично абсолютно. А вот этот способен птичку убить. Что немаловажно. И вот роковой враждой мы можем теперь спокойно играть. Есть опции? Есть опции, это хорошо. У нас куча ремуала, три ремуала на руке. Была бы мана, да, на них, на всех. Заход. Также можем играть через офшнот теперь спокойненько. Жертвы зомбариков. Когда-нибудь вун придет и как жах не было за 7 маны. Такое никто не переживает. Его и потаргетить больно. И оппонент уже 17, как бы то ни было. Хотя мы еще особо-то и не атаковали, одной кричи 1-1 проатаковали, да? Но сейчас наш рубник свист, я так чувствую, умрет все равно. Ну, нет блоков. Да? А тут есть подробайте карту? Да, вот это классно. Думаю, кстати, собрать монорет. Чего бы нет? И блок. Дьяволом убили птичку. Угу. Нам сейчас нужно убить вот этого вот фига без потери двух хитов. Уж два хита потерять, это прямо больно. О, отлично. Все, у нас все получилось. Итак, давайте вот так. Хоп. Давайте. Вот так. Автооплата. Жертвуем. Пожертвую кричу. Хоп. Так, вот минус 2. Хоп. Кормушка, да, для сакрифайса наша. Тут и ашнот, и брейдс уже. Ну, подровали, и ашнот. Неплохо было бы еще одну землю, конечно, подровать. Это бы вообще просто песня. Но Джадар пришел, то есть если нашего Джадара убивают, мы знаем, что делать, да? Убник Силисом бы, конечно, хотелось еще... А, окей. Земля, крича. Еще хотелось бы, конечно, погенить хитов. Почему на это просто необходимо, но, видимо, игра с огнем не дает нам шансов на это сделать. Без проблем. Без проблем, мы просто ставим брейдс. Просто идем в атаку. Всеми, кроме тебя. На 2. Жертвуем зомбарика. Дроваемся. А он получит 2 хита. Отлично. У нас преимущество по хп получается. Да, хитинец. И еще один. Да, без проблем. Давайте. Болото. Давайте, наверное, аутсайдер. Далее. Атака. Атака. На 4. Далее. Ну и давайте, наверное, поставим ашнот. Пусть будет. Давайте пожертвуем зомби. Пожертвую кричу, либо два хита заплатим.
Пас. Конец хода. А что, мы типа можем ее заюзать, что ли? Да, все получили по каунтеру. Без проблем. А что, блокер отличный. 1-1 достать. Что там? Прикольно. Он решает нам 3 дамага. Не знаю, я бы лучше блокера какой-нибудь убил. Ну хорошо. Нам 3. Но если ты даже сейчас пойдешь вот так, вот ты проиграешь. Пас. Ой, что-то. Игра же начала подвисать. Мой ход, давайте попробуем таки нуму выциклить. И все вернем. Раз, два, три. О, Обниксис. Здорово, бро. Так, ну давайте Обниксис воткнем. Пожертвуем такого. Тебе дамаг. Ох, что-то заглючило. Так, теперь давайте плюс один. Забрось карту, либо ползай два хита. Блин, сложная, конечно, колода. Сложно играть. Тактическая такая, чисто. Давайте, плюс один. Забрось карту, либо ползай два хита. Давайте Ашнот в атаку. На один. А, не, не будем ничего жертвовать, отклонить. На один прошла. Давайте, конец хода. Сделали токена. Пожертвуй существо, либо ползай два хита. Пожертвовал. Ходи. Да, скви. Хорошая. Нет блоков. Это все. Отлично. Отлично. Я сейчас уже не буду глючить. Я, наверное, от зарядки отключу телефон. Сколько у меня там процентов? На ну-ка, откуда мне еще точно хватит. То, что перегревается немножко во время зарядки. Когда играешь в какую-нибудь тяжелую игруху и заряжаешь, то он, конечно, греется. Так. Давайте последнюю, третью каточку. Ну, что-то прям монорэдов много, да? Два монореда. Причем это был какой-то такой более живой. Тот был какой-то прямо первый стрёмный. Этот какой-то уже поживее монорэдик. Ну, новый сет. Люди пытаются играть новыми картами. Оно и понятно. По-моему, это... Так, сейчас я сделаю этот... Не беспокоить. А то мне там... Уведомление приходит. Так, нету красного. Ну, пока что и не важно. Ладно, пускай не будет пока красного. Давайте попробуем. Можем сейчас даже попробовать играть агрессивно. Ну, тут все зависит будет от третьей земли. Если третья земля, то через Джадара попробуем поиграть. Есть третья земля, давайте попробуем через Джадара поиграть. Может, его даже сейчас и не убьют, что будет странно, в принципе. Триггер. И они убили, странно. Ну, это хорошо, хорошо, хорошо. Для нас это хорошо. По-моему, Mono Black, да? Против нас. Обалдеть. Обалдеть. Окей. Здорово, бро. Привет. Так. Похоже на Mirror, но Mirror не является. Давайте далее. Атака. Да? Давайте сразить клинком. Джадара убьем, мне он не нравится.
Прям, если честно, бесит. Давайте аутсайдер. И ход. Вот так попытаемся поиграть. Гикс. Ай-яй-яй. Ладно, без проблем. Нет блоков. No problem. No problem, бро. No problem, бро. Давайте далее. Атака. Гикс хороший. Давайте такой. Давайте пожертвуем. Полгода хита. Я подрывал карту. Отлично. Блин, красная не идет. Красная-то не идет. Сейчас, в принципе, можем через передвинка культа поиграть. О, наш жардар умер. Обалдеть. Ладно. Не страшно. Хваточка, да. Мне даже интересно, будет он лузить. Ой. Ой, полузай хит, а. Еще один. О, хорошо как. Хорошо как. Так, ну давайте. Далее. Атака. Мы не будем останавливаться, пусть оппонент сам себя съедает. Давайте. Брейдс. Давайте, призывник культа. Пожертвуем призывника культа. Два хита. Либо пожертвую кричу, либо ядровость. Отлично. Наверное, что положит по гене два хита. Я так думаю. Самое логичное, да. Угу. Нарушительница. Да, без проблем. Да, призывника убрали. Тень страданий, да. Нет блоков. Нет блоков. Угу. О! Давайте. Целиться в горло вот сюда. Я уверен. Сбросим такого человечка. Давайте Такинума. Давайте такой червь. Мы с этим можем сейчас запросто проиграть. Ну ладно, фиксим. А так. Давайте землю пожертвуем. Пожертвую землю. Угу. Ходи. Ну, пришел к нам чувак 2-3. Да. Шелдредишка. Шелдред это не очень приятно, на самом деле. Будет идти в атаку, нет? Иди в атаку. Так уйди. Пошел в атаку. Да. Нет блоков. Гикс, конечно, классный. This is combo. Я тебя понял. Блин, вот Брейдс это самое, что сейчас я не хотел подробить. Это самое, что я сейчас не хотел подробить. Ну ладно, тут я, видимо, слил. Да. Блин, ни красной земли, ни подровали, ничего больше. Ладно, друзья, вот такая вот кого-то. Судите сами, по-моему, получилось неплохо. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был как всегда Дима, МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.